Недавно футболистки из «Динамо» БГУ ФК побывали на ОАО «Минском молочном заводе номер 1» и познакомились с новой профессией. Теперь сотрудники отдела маркетинга завода приехали в гости к нам на стадион «Динамо Юни». Стадион открылся в сентябре 2021 года. Здесь функционируют три поля с подогревом, освещением, удобные раздевалки и комфортные трибуны для болельщиков. Именно в таких условиях девушки познакомятся с профессией «футболист». Сегодня мы позанимаемся немного футболом. И как любой футбол, у нас начинается с разминки. Для разминки у нас будет игра крестики-нолики. У каждой команды есть по три манишки. Вам нужно сложить эти три манишки так, чтобы у вас получилось как в крестиках-ноликах. Размялись физически, проверим теоретическую подготовку. 20. 20 за одну команду. За 10. За одну 10. Да. 11. 25. 3. 3 периода. По сколько? 45. Один тайм 45 минут. Хорошо. Сколько таймов? 2. 45 и 45. И потом доп. Время, если надо. Хорошо. А судья? Судья. Штрафные. Баллы? Гол. Штрафной. Да. Наверное. Желтую карточку. Совсем плохо. Красную. Пенальти. Вратарь. Что для внутреннего удовлетворения какого-то. Да и не сказать, что футбол – это только мужская игра. У нас сейчас нету такого. У нас везде равноправие. И вернемся на поле. Нам надо будет забить гол. У нас есть вратарь, это заяц. Для начала мы будем вести мяч, после чего там около фишки надо будет убрать сторону и забить гол. Как потому что в футболе, чтобы выиграть, и смысл этой игры, нужно забить больше на мяч, чем команда соперника. Для того, чтобы помешать нападающему забить гол, нужно немножко сократить дистанцию, то есть выйти на 2-3 шага вперед. Когда вот убирают мяч, все это делается для чего? Для того, чтобы сократить угол обстрела. Понятно? Давай попробуем. Для первого раза уже у многих даже неплохо получалось. Под конец пошли удары. Зайцы немного мешали уши стоять на воротах. Зайца первое, что его мешало, это, наверное, его большие уши, что закрывал обзор, когда девчонки били. Но в целом он справился со своей работой. Вот сейчас подкорректировали тоже, уже было намного сложнее забить. Поэтому тоже все через работу, через желание, и будет все хорошо. Замерзли. Я думаю, что в жару тоже ребятам не сладко. На самом деле это было очень интересно и довольно увлекательно сменить офисные будни на что-то такое новое, совсем другое, где мы еще точно не участвовали и не пробовали себя. Как оказалось, надо не только физическую силу прикладывать, но и включить голову в определенный момент. Мне кажется, нашим ребятам на заводе сложно, но и футболистам тоже нелегко, потому что это несопоставимые вещи сравнивать завод и футбол. И там идет нагрузка, и там идет нагрузка. То есть это не могу сказать, где легче, а где тяжелее. Так как мы работаем в офисе, и, может быть, мало у нас активности происходит, поэтому разрядка футбол, мне кажется, это да. Мы с девочками всегда вместе сотрудничаем, вместе работаем и движемся к одной цели. Поэтому мы победили зайца.